А после 30 у тебя сны меняются, потому что после 30 у тебя больше нет кошмаров. После 30 у тебя не кошмары, после 30 у тебя тревоги. Это в 20 тебе может присниться, когда тебе кто-то выпрыгнул с ножом. После 30 тебе снится тяжелая жизнь, полная ответственности и испытаний. Вы знаете этот момент, когда надо тебе завтра дофига всего сделать, в итоге ты ложишься спать, и теперь тебе всю ночь снится, как ты все это делаешь. Как ты поехал отвозить документы на окраину города, звонишь этому обоссанному Степану Николаевичу, он вообще недоступен, дозваниваешься, надо ехать на другой конец города, ты едешь туда, отдаешь, в итоге ты все поделал, а теперь ты просыпаешься, и тебе надо ехать и все это делать. Ты такой: да я всю ночь делал! Всю ночь!